5 ноября состоялась 5-я международная конференция «Защита персональных данных». Мероприятие было проведено по инициативе Роскомнадзора. В конференции участвовали представители заинтересованных министерств и ведомств. Эксперты дали необходимые комментарии к новациям российского законодательства в сфере персональных данных. Организатором конференции выступила компания «Радиочастотный спектр». 6 ноября компания Connectica Lab провела 5-ю всероссийскую конференцию телекоммуникационных компаний. Мероприятие собрало более 200 представителей бизнес-сообщества разных стран и более 20 представителей СМИ. Участники обсудили вопросы, связанные с гарантированными доходами, удержанием абонентской базы и борьбой с мошенничеством в компаниях. Конференция прошла в Москве, в отеле Radisson Blue «Белорусская». С 10 по 14 ноября проходила серия мероприятий, посвященная практическим вопросам в сфере налогообложения. Налоговый конгресс 2014. Главной темой были изменения в гражданском законодательстве с налоговыми последствиями. Налоговый конгресс – ежегодное мероприятие, организатором которого является Палата налоговых консультантов. В этом году программа мероприятий включала в себя три сессии – образовательную конференцию по вопросам подготовки специалистов в сфере налогообложения и цикл семинаров «Налоговые проверки в 2014 году.